День. Меня зовут Ирина Мескина, и сегодня я хочу поделиться с вами своими успехами и результатами с продуктом от компании Альфавита. 3 месяца назад супруг познакомил меня с этим замечательным средством, и я приняла решение, что пора что-то менять. Моя проблема заключалась в состоянии моих бронхов. Все знают, что есть такое заболевание, как бронхиальная астма. Придя в компанию Альфавита, нам порекомендовали взять комплексом продукт. Это монооксий, вита-кислород и вита-зеолайт. Объяснив его функционал, я начала принимать его, как мне порекомендовали, и уже спустя месяц я заметила, что ингалятор, который мне назначили наши пульмонологи, стал использоваться гораздо реже. На 2-й месяц приема данного продукта ингалятор лежал у меня уже в сумке, и я им не пользовалась. Сейчас идет 3-й месяц пользования данным средством, и я замечаю только улучшения, у меня меньше одышки, меньше каких-то ненужных эффектов от нашей экологии, только одни положительные эмоции и положительный результат. Так что рекомендую вам всем пользоваться комплексно, чтобы получать намного больше эффекта и результата от данного продукта. Спасибо!